После профилактических работ оздоровительно-образовательный центр «Дельфин» в городе Видное и филиал в поселке Развилка вновь готовы принять любителей и спортсменов. Центр известен своими стандартами безопасности и качеством воды, которая поддерживается на высоком уровне. Это наше сердце в бассейне, которое очищает воду ионами меди и серебра. Вот они, кассеты, они видите, чуть цветные, потому что они работают. Бассейн закрывался с 1 июля на месяц для профилактических работ и косметического ремонта. За это время были проведены необходимые технические проверки, заменено некоторое оборудование и расходные материалы, включая кварцевый песок в системах фильтрации. Небольшой ремонт включил в себя мелкие работы, которые освежили помещение. Чистили пластины, которые вырабатывают ионы серебра и меди. Поэтому это самое главное. Поэтому бассейн на сегодняшний день, к 1 августа, весь идеально чистый. Фильтры у нас чистые. Центр «Дельфин» является одним из самых популярных мест для занятий плаванием и другими видами спорта, как для детей, так и для взрослых.